что пожар вспыхнул, горе страшное! Да разве кто виноват в этом? Глинский виноват! Нет здесь ее! Стойте! Безумные! Истину вам говорю, кто руку на царя подымет, того ждет мука адова! Папа этого сыщи и ко мне приведи. Завтра же. Слушаюсь. Ну, что думаешь делать? Нечего делать. Разошлись люди, успокоились. Успокоились? Да ты сам-то веришь в то, что ты говоришь. Ты слышал, что они кричали? Будто я над Москвой на метле летала. Дурость. Вот за эту-то дурость самое большое горе и бывает. Но после такого я в монастырь пойду. А меня не будет, так они ж новую ведьму найдут. Об ней подумай.